Добрий день, друзі. Сьогодні я зробив диммер для Arduino. При помощі цього диммера можна к нему підключити лампу накалювання 220 вольт і регулювати яркість лампи. От плату зібрав, от така плата. Здесь оптопара, здесь ERF 840 стоїть транзистор полевой мощный. И диодный мост КБУ, ну 1000 вольт 10 ампер. Вот такой диммер. Я собрал по схеме, вот по такой схеме. Схему нашел зарубежном сайте. Автор его тон Киесберс. Так, как это работает схема? Вот диодный мост. К диодному мосту подключен транзистор мощный. Транзистор открывается при помощи оптопары. Так, здесь собрано блок питания для вот оптопары для управления транзистором. Диод, вот это цепь, фильтр, RC фильтр. Так, здесь конденсатор надо около 300 вольт, чтобы было. Так, через 33,33 килоом сюда поступает стабилитрон. Я тут здесь импортный стоит. У меня КС-191G, вот стабилитрон. На стабилитроне вот это 10, ну 10 вольт должен быть. На моем случае 9 вольт. Вот, и этот фильтр, конденсатор 2,2 микрофарада. Вот здесь и здесь, между этими точками 9 вольт. Так, отсюда шим импульсы поступают, светодиод загорается, этот транзистор открывается, фототранзистор пропускает эти импульсы. Вот это ERF 840 открывается, и эта лампа загорается. Вот такая схема. Здесь, да, только можно подключить вот этой лампе накаливания 220 вольт. Если будете энергосберегающую лампу, нельзя подключить, не будет работать. Имейте в виду вот это. Вот, да, еще вот этот, на транзистор радиатор я поставил, транзистор греется сильно, если радиатор не поставить. И здесь высокое напряжение. Если будете повторять, это руками не трогать. Так, вот эта схема, вот это вот уже вот это собрано, это Arduino, здесь регулятор стоит и этот 220 подключен. Я сейчас буду регулировать, и вы посмотрите, как это все работает. Плавно меняется яркость. Плавно меняется яркость лампы. Ни мерцания, ничего нету. Хорошо работает. Ну, эту схему можно использовать при построении умного дома для освещения комнат. Я думаю, хорошо работает, только вот этот радиатор лучше побольше поставить, когда этот вот в таком виде, вот когда слабо накаливается лампа, транзистор сильно греется, а когда полностью открыто, там уже не очень. Вот схема так работает. Ну что, вот это что я хотел вам показывать, все это все. Спасибо за внимание, до свидания.